власне, у цьому матчі вперед. 1-0. Да, хорошая атака, отметим. Все было быстро сделано. Хорошее забегание, забегание по флангу. И мне кажется, вот здесь ветер, может быть, подвел как раз и Худжамов. Мяч завис вверху. Завис и ушел от... Смотрим эту передачу. Это как раз подключение Вуковича. Да, подача, да. Худжамов начисто тянулся. Завис, и его от ворот, от Худжамова ветер унес. И в останній момент Худжамов руку прибирав, ось тут він уже бачив, що він не доставав, не доставав. Він м'яч ветром снесло от ворот, і він зробив кілька шагів, випрыгнув, ну, поки в прыжке.